Это не он. Это не он? У него аккаунт внизу пробел хрен. Я не знаю даже, как его найти, если честно. Ксен. Ксен внизу пробел Азус там написано. Ксен. А, все, понял. 2000 years later. Что если... А, нет, это он, оказывается. Да, это он. Оп, успел. Я иду. А, это он, оказывается. А чё, не стрим на стриме? От нас не убежит. Потому что я его в игры зашёл, он под этим ником играет. Дикуза раскидываем. Хорошо. Хорош. Так, думаю, он через торренты будет пытаться динамить, да. Я ему два крипа подогрел. О, ясно. Ну, ВТФ. Мейнкор пришел. На мид погангать. Да блин, где? Хорошо. Просто без лишних слов. Давайте посмотрим, как у нас обстоит остановка вообще на таких ПТСах, как там 12, 15, 13, 17, 10к, 16к, 15к. Просто сыграем, посмотрим. По совместительству тут первый слот — это стример. Посмотрим, как ребята играют вообще в целом, оценим обстановку. Будет интересно, на самом деле, просто сыграть. Типа это хай ТБшка 85. И, если честно, я очень сильно наслышан о этих ТБшках тем, что ребята тут играют, не знаю, там... Кто-то говорит, очень слабо играет, кто-то говорит, наоборот, чересчур сильно. Посмотрим мету, посмотрим ребят, как в целом... Как они в целом себя чувствуют здесь. То есть это ребята, которые играют, там, не знаю, по 500, по 700 игр. И, наверное, добивается каких-то своих собственных результатов. Поэтому посмотрим, просто сыграем. Ждем, игра стартанет, подрафтим. Это у нас ТБшка, XL. Какие правила у них, я не знаю. Обычно на XL-ках, хай ТБшках таких, пытаются ребята рандомить. Я, скорее всего, рандомить не буду. У меня есть определенная заготовка. На каком персонаже, если честно, я бы хотел сыграть. Это, скорее всего, Спектра. А там уже... Посмотрим, как ребята. Ну, если честно, мне понравилась реакция, что они там, это не хен, нет, это хен. То есть все-таки ходят, как говорится, вот эти вот словечки, да, по поводу того, что там хен, не хен, да. То есть все-таки знают меня как-то хотя бы чуть-чуть. И это очень-очень радует, что все-таки где-то меня узнают. Какая-то, знаете, такая, ну... Приятная все-таки такая обстановочка. Получается, что все-таки меня где-то знают. Кто-то меня там слышал, это хен там. Ребята сразу там, может быть, слоти где-то дадут. Может быть, не дадут. То есть, ну, приятно на самом деле. Спасибо ребятам за это, респект. Ну и вы, ребята, не скупитесь поставить лайк, подписаться. Буду очень рад. Если будете поддерживать, буду реально благодарен. Ну и поехали, сыграем эту катку. По балансу я не знаю, что да как. Посмотрим, сыграем ТБ-ху. Бару в бан по стандарту и поехало. Через какую линию буду играть, если честно, пока не знаю. По идее, должна быть легкая. Стандартик. Тиника почему... Тиника, Феникса, Тускара. Тут все метовое будут брать 100%. Именно ребята будут играть на мету. В целом. Сларки. Я хочу, если честно, очень сильно хочу сыграть на спектре. Реально очень хочу. Гоу на спеке. Сыграем на спектре. Феникса, так он так хочет. Так хочет Феникса забрать. Он прям вообще жесть.
Феникса прям так хотят, пацаны. Сразу муты полетели. Ну вот сразу узнается вот эти хай-ТБшки тем, что ребята здесь все-таки сидят, жуют сопли, потом, конечно же, мутят. Это просто стандарт. Спектра в этой карте имбовая. Брать ее на ФП, в принципе, тоже можно. Тут особо нету таких, не знаю, Найкс. При правильной игре Найкс не может в спектре, в принципе, ничего сделать. Поэтому сейчас поиграем, сейчас посмотрим. Ну, сами видите обстановочка, да, уже обстановочка накаляется. Парень не забрал героя, на котором тупо всю жизнь играет, и все у него. Оно сейчас, блин, кого взять? Жесть! Вообще жестко. То есть, понимаете, человек сразу теряется, не знает, кого брать, и в целом это довольно-таки плохо. Это довольно-таки плохо, что ребята играют всю жизнь на одних героев. Героя не взяли, сразу идет токс. Сразу ребята токсят, не знают, что дальше брать. Вот второй герой. Второй герой, которым он играет. То есть, вот чем плохо, да, вот XLTB-шечки такие, что ребята на самом деле очень сильно теряются, не знают, кого брать. И Феникса не взяли, все сразу, ГГВП, ФФ. Это все, на самом деле. Некое такое ЧСВ, вот это хай ПТСных игроков. То есть они сидят, долбят, да, там по 20 тысяч, по 17 тысяч. Я в целом из-за этого, в принципе, и ушел с хай-ТБ-шек, потому что, во-первых, очень разные люди, да. То есть проще создавать свой какой-то аккуратный комочек, уголочек, где ребятки все там хоть как-то более-менее уважают друг друга, да, и есть какое-то понимание игровое, нежели чем просто в тупую вот эта мясорубка, знаете. Сейчас, если по-любому на лайнинге какие-то будут косячки, там, знаете, кто-то там тупанет, все это просто пойдет срач. Вот здесь весь чат будет просто забит, и все будут говорить, кто какой там плохой, хороший и тому подобное. То есть, как бы, на этом игры здесь и строятся. Ну, я, в принципе, специально сюда и зашел, специально подапал ПТСы. Так, знаете, невзначай. Не сильно я и апал, то есть на стриме, да, как бы там до 10к дошел, именно на стриме не писал КС, и поэтому для этого как бы и апал поинты, по сути, чтобы показать вам всю ситуацию этих ТБшек. Просто останавливайте, смотрите эти поинты. 16, 17 тысяч, 10, 12, 15, 12, 15, 15. Вот, то есть ребята играют вот таким вот моментом, да, такие поинты. Пойдем на низ, внизу, скорее всего, у меня будет что-то типа ХЛа. Что-то типа ХЛа и... Кто центральный? Тускар, центральный коридор. Сапог, Тангус и Хилок. Стандартный затар сделаю, погнали. Берем. Скорее всего, придется терпилить. Некро взяли, вот некро, это страшно. Против спектры. Единственное, кого я тут боюсь, это спектра. Остальные герои, по идее, должны быть не проблемой. Остальные герои. Низлайн дайте мне. Ну, в принципе, можно свапнуть. Но на топе я не вижу, что спектра фармила. Веном вообще отлично стоит в Хейле. Просто играешь через змей и все. Но там парнишка 47 винрейта. Он знает, как играть эту доту, поэтому снизу нас прогоняет. Тут Абадон хотя бы может на пулу ходить. То есть, как бы тут разговор такой, что, возможно, немножко попроще будет. Ну, посмотрим. Ребят, загадывать не будем. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, кто не подписан, и поехали. Хай-ТБшка, 85-я карта. Я уже как-то раз играл с Янсом. Как играют там примерно 10к, тогда было начало сезона. Ребята очень агрессивные. Вот, и довольно-таки интересно плеет. Тоже. Так, я отманшу. Отманшу сразу. Хорошо. Подфармили, отошли. Без потерь. Все забрали. Крипа можно встретить. Ребята, дальше файт, я думаю, не будут принимать. Это нет смысла вообще абсолютно. Смотри, хотя нет, принимают. Феникс там подставился очень сильно. Молодцы.
Что, Вивер тоже решает подфидить. Нормально. Нормально. Лайн не пушим, по стандарту денаемся, стараемся тут максимально продинаивать. Каждый крипочек важен, поэтому аккуратненько денаем. Пробалансим сейчас. Аккуратненько балансим крипиев. И все будет огонек. Вот это очень тяжелый. Хорошо. Хорошо. Плохо, не добил. А какого черта не добил? Тут трипла, оказывается. Ну, на трипле, да, будет тяжеловато немножко фармить. Оп, хорошо, задонаили. Хорошо. Хорошо. Аккуратненько лацхитуем. Стечочки тут, курочку бы взять. Сразу. Давайте возьмем пассивку. Чтобы можно было как-то денаить под тэшкой. Хорошо. Вот это ребята там суету устраивают. Вообще жесть. На этого пацана я заберу, думаю. Заберу напрямую. Пассивка есть, можно поесть. Хорошо. Отлично. Дам тангусик один. Возьму сапожочек, щиточек сразу. Ребята стоят очень агрессивно, союзные. Я лайн пушить не хочу, поэтому буду стараться больше АФКшить. Больше АФКшить буду стараться. Потому что лайн будет сейчас пушиться, сейчас дед. Но дед уже в атаку пошел. Они там файтятся по КД. Лайн уже сейчас запушится с одним крипом, с этим. Да. А я в муте же есть. Что там, вторые левела? Ребят, давайте, может, пушить не будем? Давайте пофармить просто. Хорошо, отходим. Нормально, фарм есть. Сделаем урну. Посмотрим, сколько крипиев я тут смогу с этого лайна достать. Хорошо. Хорошо. Пойдет. Триплы стоят внизу. Очень агрессивные оппоненты. Давайте этому тангуса дадим. Все-таки как-никак тиммейт. Надо аккуратно. В принципе, я, по идее, тут на этом лайне умирать не должен. Хорошо. Хорошо. Динай очень хорошо здесь. В принципе, фрифарм есть. Тускар очень активный игрок там. С таким Тускаром играть одно удовольствие будет. Тут нужно будет сделать БМ, потому что очень много пассивного урона. Очень много пассивного урона, поэтому будем аккуратненько выфармлять БМчик. Урну хочется, конечно. Отходим. Отлично. А потом так переживает, мне там дескойлик там. Эх, не добиваю, к сожалению, под тэшкой. Первый крип я добиваю. Хорошо. Отлично. Пассивочку. Че, один крип бери. Бери одного крипа. Если один крип, то пожалуйста. Да я сразу понял, что он так кликает. У него тоже мут, по-моему. Чем ему нужен один крип, блин, что-то не добивает. Печалька. Там Сларк на фул фри. Давайте вот так сделаем. Лайн подзапушили, это печально. Гоу душить с фазами. Хорошо. Пойдет, пазики есть, можно поесть. Изи прожочек. Спектра, по идее, должна перефармить на спокухе здесь. Да что с этим деревом? Прикинь, прокликать не могу. Ну и все, денаем крипиев, и все, ребятки. Некров Хейли одного бедолагу оставили, он сейчас тут нафидит. Что бешеный. Но правда, камбэкнет все равно. Все равно.
Камбэкнет. Что там у Сларка? 7 левел, у меня 4, найс, ему там фул фри оставили. Мне экспа нужна. Нужна экспа. Душат. Хорош, минус эхо еще до кучи. Нужна экспа, чем раньше апну, тем хорошо. Все, надо крипов сейчас переагрить. Под тавер. Левела, конечно, у меня прям кот наплакал. Урну я вторую сделаю, вообще не котируется. Урну вторую сделаю. Вроде есть у нас урна или нету, я пока не знаю. Пока не знаю, имеется ли у нас вообще урна. Если что, вторую сделаю, это вообще изи на самом деле. Вивер пришел, что-то хочет. Давай, давай, вот этого деда оприходовать. Сларк просто. ПТшечка. Мне главное в 53 крипа выйти из своих. И все будет огонь. Хорошо. Сбиваем сразу тараканов. Но это печально, что Абадона теряем здесь. Вивер этот, конечно, заноза. Нету кнопок. Очень сильно рискую, надо уходить. Столько ТПшек! Ля, ты вообще жесть. Колдун. Пойдем на базу. Пойдем на базу. Можно было там Феникса подразмять, но там ребята сами справляются. Пойду на топ толкать. Аккуратненько толкаем, подфармливаем. Очень активные файты. Обратите внимание, как здесь играется игра 85-й карты, да? Очень активная игра. Постоянно файты идут. Идут просто постоянно нон-стопом файты. Что мне нужно сделать некстом? Некстом я куплю себе Аквилу. Левел нужен. Левел нужен. С next ультом надо активно поработать. Активно. Лайн, наверное, толкнем и на низ уйдем. Хотя внизу опасный фарм. Ага, Сларк с ДДшки уже бежит. Внизу очень опасный фарм. Здесь более такой безопасный. У меня совсем нету экспы, просто в этом проблема. Просто экспы совсем нету. У меня Абадон постоянно на чейсе экспы. Поэтому... поэтому немного проблематично с левелом. Там ребята душат. Хорошо. Сларки бегают. ПДшка. Жалко, что была КДшка, так бы пришел бы, думаю. Так, имеется. Слаг в таком активе, да, плеет? С нанис ТПшка бы. Если что, заварушка будет, я устрою что-нибудь там, суету какую-нибудь. Ну вот это плохо. Это очень плохо.
Минус 2. Ну, ребята подойдут, разберут. Зря я туда прилетел так в наглую. Но, в принципе, заберут тут. И, по идее, Сларка должны забрать. Если разменяется еще Сларк, будет очень хорошо. Очень нагло они играют. Да, Сларк размен. Такой размен я уважаю. То, что 1 в 3 это очень хороший размен. Жалко, только я в дерьме буду. Но так саппорты плюс хардлайн плюс мид они немного подфармят. Подфармят, это радует. Но нужно немножко аккуратнее тут подплеивать. Немножко аккуратнее. Так, где мне сейчас фармить? Фармить мне сейчас только на миду, но на миду тускар идет с армлетом. 20 секунд я в таверне. К сожалению, нужно курить. Но курить вредно, ребята. Занимайтесь спортом. Ждем, резаемся и погнали. Резаемся и погнали. Очень хочется, конечно же, сделать Blade Mail некстом артефактом, потому что я смогу и Феникса доджить. И, в принципе, половину героев смогу доджить. Лайны все подпушены на миду. Тавара нету, это плохо. Фармить я там не смогу. Погнали, центр, коридор. 7-й левел у меня, просто посмотрите. Саппорт все забрал. Мне нужно просто подолбить крипиев. 7-й уровень это вообще. 6-й левел у моих сапов. У меня 7-й. Сларк сделает лотар, я по КД буду умирать. Левела, конечно, у меня вообще мало. Просто ужас. Мне кажется, не убью. Двух героев там. Убивать. Тут надо не моралиться, да, просто плеить и все. Это как обычно, это хай ТБшки, это чисто мораль у пацанов онли и все. Пацаны просто на морали играют. Там на топе подфармили, там подфармили, туда сходили, сюда сходили. Бейте яйцо. Эх, 6 деспойл был уже. Но мне нужно фармить. Мне нужно фармить. Сларка лотар уже, пока я буду фидить. Шарт не успеет кинуть. У меня хотя бы урна есть сейчас. Слишком они, слишком динамику делают. Слишком динамику. Они пытаются вот этой, ну, типа, чересчур активно играют. Нужно немножко спасивничать. Мне нужен левел. Они не понимают этого. БМ. Сделать какой-то хотя бы. У Сларка там уже лотар. У меня ни левела, ничего нету. Поэтому нужно фармить. В драках не факт, что я что-то возьму, потому что меня гоняют. Прилетел, загоняли. Пойдем мид. Пол БМа есть, в принципе. Стам Феникс чисто на стиках. Развел я, прилетаю, он такой, опа, 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 и все, и ГГВП. Ес, даггер. Не, КД ульта. Просто фармлю. Просто фармим. Хотя бы какие-то арты нужны, чтобы файтиться. Бы какие-то. Очень сильно они, конечно, наглеют. Жесть просто. Овер нагло играют, пацаны. Есть интересно там ульта? Я не хочу просаживать ульт, лучше команде помочь. Ларк, где интересно, я не знаю. Хорошо, вот он и Сларк, ага. Он меня искал. Я так и знал.
Так и знал. Так и знал. Такой хитрюга. Хитрюшка на сларке. Пока фармим. Пол БМа есть. Топорик заменим. На кнопку. Сларк бегает там. Сларка бы толпой можно было перенять. Пойдем, пробежимся. Можно. Можно Сларка выкурить толпой. Вон он уходит. Ну и в принципе он уйдет. Ладно, дальше фармить буду. Пен ультанул, это радует. Я ультанул, пен ультанул. Да, конечно, за фармом я вообще сейчас здесь не успеваю максимально, потому что какая-то бредятина происходит. Ребята чересчур активничают, оппоненты давят. Оппоненты очень сильно давят. Левела у меня вообще не наблюдается. Да, меня потом через некро. Вот, конечно, задушить. 8 ассиста у него! Он плакает. Так прикиньте, какой чел на этом. На тускаре. У него 8 ассиста, он плакает. А у меня сколько ассиста, дядь? У меня 7 ассиста. Вообще ничего не беру. В играх. В драках. Нормально. Я мид-дефну. Мид-дефну, если что, ультимейт откатится. Я возьму ультимейт. На 11-м. Возьму ультимейт. Надо как-то в сторонке, что ли, мне стоять, иначе я буду опять фидить. Возьму мульту, чтобы подольше по времени раздамаживать. Насчет радиенса тут, кстати, не знаю. По золоту как-то не густо особо. Сларк на топе с арбой. Вопрос. Некор лоу хапово убегает. Где некор? Извините. Шишир. Пойдет 1700. 1700 пойдет. Хорошо, хотя бы первый какой-то врыв более-менее адекватный. И дальше фармить. Можно было еще попытаться феникс забрать. Я, если честно, нажал на R-ку, у меня персонаж почему-то просто в тупую не прилетел. Я не понимаю, почему. Типа, но это такое бывает. Такое дерьмо бывает. Так, мне сейчас тут главное Сларку не дать настакать. Он может поднастакать, но у меня Абадон рядом, если что. И на топ надо лететь. Хорошо. Ну, тут я, конечно же, уже хожу. Нет смысла. А, очень динамичная игра, везде все торопятся. ЕС Эху слил на меня, это радует. Ко мне, по идее, никто не пойдет сейчас. Нормально, я левел апнул, пойдет. Знаете, чем прикол? Тут я вот сейчас прям чувствую, что с такой активной командой, да, то есть пацаны идут там, что-то постоянно идут, дерутся. Чересчур. Почему вы не понимаете, что надо чуть пассивнее сыграть? Пока я не начну.
плейть с артами. Играем от ультов. Просто нужно банально играть от ультов. Чересчур быстро, динамично. Чересчур динамично играете. Нужно немножко сбавить темп. Динамика до добра не доводит. Пойдем фармить. У меня вообще, у меня типа сейчас сакры тоже будет. Типа на 25-й по идее раденс будет. По идее. Это быстро поднимается. С раденсом будет полегче. Хорошо. ЕС1, там цпанул бы кто-нибудь, было бы круто. Сларк на топе. Все, можно тут смело кайфовать нанизу. ЕС, правда, может ТП дать. Надо выйти. Левел ап. Хорошо. Отходим. Никого на карте нет, лучше не рисковать. Вообще не рисковать. Рисковать. Чересчур тут опасно стоит. Ну да, они вон уже вышли. Аккуратненько фармим. Хорошо. Мисс. Да, нет, тут сразу эхо отдает. Надо отходить. Сразу эхо отдает. Так, что там кура висит? Гомагас. Гомагас. Хорошо. Так, ред копейки. Просто растягивать будем и все. Но на 25-й не сделаю. Немножко нужно фармить. Сларк скади. А, перебивается таки по активу. 300. Жесть. Ну, тускар не даст просто. Вот один из тоже моментов, что тускар просто не даст. Хорошо, давай, 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 давай. Хорошо. Но если бы мне дал, было бы прекраснее. Глиф никто не жмет. Вот сталкиваюсь с вечной проблемой, что никто глифы не клацает. Клацнул. Хорош, засолил. Дайте чуть сакрет взять. Прям надо упрашивать. На топе фарм идет. Сейчас низ столкнем. Не столкнем, мид туда-сюда. Стаки турго подфармим, чё нет. 30-й только радик будет. Ребята чересчур динамику лупят. Чересчур динамичную игру делают. Чересчур. Нужно чуть пассивнее. От моего ульта просто играть, где-то что-то зацепить, где-то что-то перетерпеть. Хорошо. Ес идет. Сейчас на рипера просто отправят и все. На рипера просто отправят и все. Вивера там огоним. Я не пойду. Надо просто добивать радик. Hmm.
Но, мягко говоря, катка сейчас в дерьме. Знаете почему? Потому что там сапы очень, очень активные. Там чисто Вивер, чисто Феникс. Вот это все очень жестко перебивает. Вивер с Аганимом, конечно, это очень лютая грязь. Очень лютая грязь Вивер с Аганимом. Я попробую на топе сплетануть пару кемпов здесь погонять. Сделать хотя бы Сак Радиенск 30, потому что чересчур очень неактивные. Не дают просто дофармливать. Нет, Тускар забирает. Они бездумно, просто бездумно играют. Они не понимают, что я вытащу эту игру, а не какой-то там Тускар, который там, не знаю, заберет ту пачку крипов, которая ему в принципе не нужна. И они это просто не понимают. И он мне вот этот Тускар и жопа горит. Иди, вот это вот, транслитом пиздец, иди. Узко, узко, я тебе рот, Эви, кончен буи, нажми кнопка, лёх. Вот это вот, у них вот, то есть они вот так вот всегда играют. То есть в этом и проблема. Что они вот такие вот игроки. Внизу вот это Радик будет уже. Надо добивать. Узко, узко, вот это вот. Ну, это вот смысл. Вот он, токсит чисто. Если вам ублюдки там, вот это всякое. Чисто пацан знает, что делает. Так, ну мне Радик добить. Там ко мне уже выехали. А, нет. Хорошо. Ублюдки, ублюдки, вот это вот постоянно. Да вот почему они дерутся сейчас? Вот есть у кого-нибудь такие соображения? Почему они не могут не драться? Вот, ну реально, вот просто мне интересно. Вот есть какие-нибудь соображения? Просто не деритесь и все. Просто не деритесь. Просто файтятся по КД. И все. Узко, узко, и все. Чисто токсик. У нас арты неплохие. Мозгов нет. Я зря на базу пришел, надо было дальше сплитовать. Пойдут ХГ, я приду, если что. Вивера бы как-то закрывать, там Аганим, это жесть, руина. Что, они по низу пойдут, наверное. Моя задача, я со своей задачей, в принципе, справляюсь, это фармы все, не более. Фармим спокойно. Хорошо. Давай, начнешь, я помогу. Ну, еще подальше подождал бы. Тогда да, вопросов не было бы. Все, там уже пацаны в атаку пошли. Необучаемый жук. Ай, бро. Если бы он сразу начал бы, я бы помог. Но он тянет, что-то тянет, ждет непонятно чего, а потом вот такая ситуация, что ГГВП. Хорошо, Яшка. Теперь линку делает. С линкой, конечно, тяжело будет. Мне главное мант успеть. Сделать тоже. Фанта успеть. Хотя бы Яшу. Тогда от меня получилась тут игра не такая оверактивная, потому что там динамика такая игровая, что они тупо по КД все лезут. По КД. Я буду дальше фармить тут. Просто дальше фармим и все. ТПшка есть, все есть. Стороны я подтягиваю. Нормально. Погнали с ТПшки. Сларка забрали. Хорошо. Хорошо. Жесть, как у меня лагает. Почему так?
Как же подлагивает-то, ё-мо. Этот сейчас его вернёт с ультимейта, скорее всего. Эх, не успеваю. Ладно, очень печально, на самом деле, что ничего не забрал. Ух ты, тут сларк под ногами. Вивера бы забрать. Отлично, хоть так. Жесть, как у меня лагает. Неужели из-за того, что Warcraft перезаходил? Не перезаходил, Warcraft очень сильно лагает. Это будет очень сильно видно на стриме. Вернее, на стриме, на видосе. 11 ассистов, ребят, ну топ-ассистер. Только фрагов вообще нету. Это печально. Очень плохо все это. Сейчас Маенту быстренько. Отлично. ТП-шку бы дать. На топе фармануть. Печальный выбор. Всем все надо, спектре не надо. Вот куда мне идти фармить, да? Мид иду. Что-то все куда-то бегут, все подфармливают. Я не могу. Не дают фармить просто. Я обычно просто всю карту вычищаю. Быстро арты делаю. А тут получается сверхгении такие же бегают. Я не могу быстро вычистить карту. Сейчас манта диффуз. Манта диффуз ТПшечки. Там есть рипер улучшенный. Сейчас тут скорее всего сларк нападать будет. Я так чувствую. Ну, посмотрим, если что, примем бой. Вдвоем. Если что, ульта есть. Отлично. Да, вон. Я как чувствовал. Ну, читабельно максимально, не знаю. Эти игры, они такие же предсказуемые, как и обычно, в принципе. Они пойдут ХГшку. ХГшку, пацаны, пойдут. Хорошо, Маента есть. Маента есть. Так вот сделаем. С Маентой будет немножко повеселее. Маента есть. Сейчас будем растягивать их. Распличивать. Next. Так, тут линк появляется. Next можно сделать какой-то. Башер. Но желательно сделать что-то типа диффузиала. Что-то диффузиала типа надо сделать. Я медленно, но верно свою задачу делаю. Интересно, варды есть тут? Я же прогулял. А, ЕС на миду стоял, да? Так с ЕСом можно было на спектре еще и поконкурировать в миду, но меня просто бы тускар этот не пустил. Сейчас накат будет под лоу хп. Меня этот тускар просто не пустит туда, потому что тут, видите, манеру общения этого человека. Сразу все должно быть понятно. Поэтому ГГВП. Поэтому ГГВП. Это Next Варашан будет возможно. Но я иллюзиями смогу отпушивать. Хорошо, ТП-шку надо. Сларк на топе, скади, БКБшки. Сейчас, конечно. Перефарм люты. Более динамично. Отыграно. Сларк на топе. Our allies
Прикинь. Сларк тут еще. Ну это печально, я просто на рипера улечу и все. Надо уходить. Просто на рипера улечу. Феникса чуть не добил. Не хватило вообще копейки. Спивает. Самое интересное, что он, наверное, меня в чем-то сейчас винит, этот чел на тускаре. Потому что я не успел Феникса слить, возможно. Возможно, дядь. Но вряд ли. Так, хорошо, ну хорошо. 200, наверное, что-то типа диффузил. Да вообще лучше баштер сделать, типа, нужно хотя бы как-то прыгать. Я могу прыгнуть, Феникса засолить, по идее. По идее. Без идеи, конечно, не могу. ТПшка, когда сейчас надо ТПшить туда? Заберу Т-шку и полечу. Сларка забрали, нормально. С манты туда залечу. Хорошо. Нормально Сларка Егу отдал. Истинный кор. По кайфам парень играет. Давайте диффуза все-таки, наверное. Что там деретесь? Зачем? 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 Для чего? Хорош. Хотя бы так. Хорош. Отлично. У меня очень сильно в драках лагает. Не перезашел. ГВП. Надо жесть, ты что такой быстрый? У меня подлагивает вообще нереально. У меня персонаж просто не слушается. Хорош. Пойдет. Ну, перевернули все-таки от хайграундов. Что-то хотя бы сделали. Нормально. И теперь можно мид поломать. ЕС, правда, зайдет. Гетбэкаем. Что next там собирает, спросите вы. Но на самом деле тут нужно сейчас просто аккуратно выфармить карту. Желательно. Желательно нафармить как можно больше золотых. И выходить в определенные места. Хорошо. Пойдем. Сларк, конечно, очень глупо там Аегу отдал. Я, наверное, продам урну сейчас. Пойду по топу. С телепортом. Попробуем свернуться и обратно зайти, потому что у меня очень дико в замесах лагает. Очень дико. А я, походу, никуда не успеваю, да? Тогда топ будем ломать по чуть. Еса дагер, лотар. Глиф есть. Почему не жмут, не знаю.
Я ломаю по чуть, если что, прилечу. Ну как по чуть? Я очень бодро ломаю на самом деле. Очень бодро. Хорошо. Погнали. Фузара скидываем. Хорошо. Хорош. Ну, как бы и вся игра. Свой лейтгейм я сейчас беру спокойно. Спокойно. Лейтгейм беру. Сейчас магазик добежим еще. Отлично. Пойдет. И можно по чуть пополомать. Идет. Смотри, какой хитрый. Все он видит. Пойдем сюда. Печально. Я мог убить его, если бы в тайминг нажал снять глиммер. Да хаунд, чё ты ноешь? Хаунд это... Хаунд это хаунд, он откатится. Я бы что-то типа линки купил. Я умер. Без байбека. Хотя нет, есть байбек. Байбек есть. Ларк крысит под ногами, бегает. Неруба заберут. Но это плохо, что я сейчас умер, это макро ошибка. Сейчас может быть минус мид. У меня есть байбек, в принципе. Есть байбек, но это плохо, что я сейчас умер. Я вообще не должен был тут умирать, надо было просто уйти. Я забайтился на руну регенерации от Наруба. Жесть, как забайтился. Очень сильно забайтился. Оно того не стоило, конечно. Но 60 секунд по 60 оба. Пусть забирают. Но это очень грубо сейчас, две стороны. Это очень жестко. Ну, вторую сторону пойдут, придется байбекаться. Первая сторона, не страшно. А вторая сторона очень страшна. В принципе, драк потянется, если 20 секунд. Рипера его тут, да, его. Да, но тут пацан на самом деле сейчас руина произошла. Я не буду байбекаться уже. 15 секунд. Можно было бы байбекнуться, да. Но мы уже не дефнем. 90 секунд. 4000, я башер возьму. Жесть, как у меня подлагивает во время файтов. Вот моя одна ошибка вот здесь, вот, что я умер. Она просто нам дала минус две стороны. Это жестко. Да уж. Одна единственная ошибка, которая дает минус две стороны. Просто задумайтесь в этом. Они Рошан, наверное, пойдут. Тредлайт.
Our warriors have engaged the enemy. Так, не оттянули. Ситуация говно. Еще хуже. Я на самом деле на коре сейчас усугубил. Полностью моя ошибка, что умер там. Очень жестко. Сырая еги. Надо до хайграунда, наверное, драться. Опять-таки там вивер же из две жизни, хрен сольешь. Yes, демон. Жесть, иллюзия бодрая вообще. Жесть. Это плохо. Я ехаю, сейчас еще дадут. Хорошо, убегать. Как можно скорее. Я тут уже не убегу. Хорош. Сларк байбек? Нету у него. Но в смысле он реснется, это понятно. Но тут можем, кстати, подраться сейчас, хороший файт сделать. Эх, если б некро зацепили. Пройти не могу. Хорошо. Хорошо, не на рипера меня посадили. Радует. База идет. Гемон и руба. Но я один не спушу никак. В любом случае. В любом случае. Некро заберут. Хорош. Минус 2. Просто потому что так надо. На базу ТП дам. Мне мут кто-то дал. Что за что мне муты давать? Ой, токсики. Гоу диффуз обновим. Все равно байбека нету. В принципе, я на базе не нужен. Парк в спине. Ну, мне больно, дядь. Помоги. Помоги. Я радик вырубил. Подожди, не надо. 6. Но это тщетно. Не, мы тут все-таки не потянем никак уже. Чересчур. ГГ. ГГ. Тут чересчур уже. Сларка не можем убить. Нечем просто Сларка убивать. 14. Как можно 14 раз на тускаре умереть? Вот токсик. Но в целом, на самом деле, тут игра вот в этом моменте перевернулась, когда нам сломали две стороны. Байбека у меня нету. Тут уже никак. Это ГГ. Тут уже никак. 18 ассистов. Фрагов совсем в этой игре я не увидел. Соответственно, из-за этого и не было
Никаких у меня платов фастовых. Но в середине игры я все-таки хоть что-то сделал, но тем не менее... Это ГГ тут. Такое не вывести. Сларка убить не можем. Два саппорта облизывают. Чересчур. Хорошие саппорты. Блин, я глиф посадил. Успеет хотя бы газануть. Хорош. Виверлоу хэповые единицы закинь. Но они не пушат, нет, пушат. 50 секунд, но вряд ли 50 секунд они подефят. 50 секунд они не подефят. Мне кажется, огромная ошибка, что Неру без Аганима. Все-таки в таких картах, мне кажется, Неру с Аганимом прям... Сларк лоу хп, без байбека. Жесть, как лагает. Умер, умер на Сларке. Если дефнут, будет офигенно на ласт бараке. Добьют? Нет. Тускар лоу хэповый. ЕСа там душит. 20 секунд. Если заберут, Вивера будет хорошо. А, Сларк с байбеком. Сларк с байбеком. Вивер тоже байбек. Но бой достойный. Прям такой. Абадона таки завалили. Спустя 900 лет. Хорошо. Хорош. Ай, жестко. Да, это жестко. Это жестко. Как на мужика дрался. Но ГГ, на самом деле, просто если тут взвесить всю игру, на самом деле, очень решил тут саппортинг в этой катке. Максимально жестко решил. Это жесть. Начало слита максимально было. Максимально было. Спамер Сларка. Чел на 7-м слоте. Сейчас посмотрим в целом, как пойдет. В целом, как пойдет, посмотрим. 15-17 тысяч миллионов ПТСов. Посмотрим, как пойдет. БХ. Очень хотел взять Рики, если честно, и через центральный коридор выйти. Но, честно, уже не знаю. Рики уже не варик. Так, нам нужен центральный коридор, да? В любом случае, это что-то такое интовое надо сделать. Надо что-то такое интовичка какого-то интересного. Опять-таки, можно некро. Некро на центр. Некро на центр хорошо зайдет. Потому что там и Сларка закрывает хорошо. Потому что Сларк сам по себе очень такой хэповый персонаж. На некре можно будет делать грязь. Арк Вардена взяли. О, с Варденом будет тяжело в миду. Тяжело будет. Погнали, центр. Погнали. Let's go. Сделаем небольшую проверочку. Игровую. Но пик у них, мне кажется, такой. Если ребята у нас хорошо так на активе сыграют, именно на активе, то есть если у нас тут Слардар Панда, ну это левела, тут нужны левела. То эти герои не раскрываются. Вот три героя, которые не раскрываются. Вот нужно левел просто, и все, тогда может они и раскроются. Нет смысла этих героев вообще, если у них нету левела. Им нужно апаться. Если эти герои проапаются, будет хорошо. Если проапаются, будет хорошо. Если они апаться не будут, это куски фида. Смотри, какой умный на Вардене. Неужели достанет? Мне кажется, она до сюда прям вот не достанет, не достанет, мне кажется. По сотке маны прям. Мне кажется, не должна достать она. Мне кажется, она не достанет. Но 4 героя, конечно, это зверское нападение.
Вот с Лордара влетело. Ой, бро. Жесть, вот это ему влетело. Так, ну ладно, Мангусик в студию. Да, там Варден поставил, но не достает. Не достает. Не знаю, зачем так ставил. Не достает. Не достает. Посмотрим, как Кунка будет стоять на миду. Кунка, если честно, это сложно в миду, потому что Кунка это тайтбрингер и поехала. И по КД мне просто выносить будет мозги. Поэтому нужно будет аккуратно сделать сапог. Я себе буду делать подстаки в лесу. Я сейчас, в принципе, на своем лайне, можно так выразиться. На своем лайне. Прям овер на своем лайне. Уверенность ручьем. Правда, денайть бы. Я так думаю, он через торренты будет пытаться денайть, да. Я ему два крипа подогрел. О, ясно. Ну, ВТФ. Мейнкор пришел. На мид погангать. Ты нормальный вообще? Что? В принципе, ничего не меняется. И ТП сейва тоже не было. Вот это самое блевотное, что нету ТП сейва. Никакого. Я такой, так, с такой хорошей доминацией в миду стоял, что сейчас я даже и не знаю, что я буду в целом делать. Если Кунка сейчас уйдет в сапа, в 4 как-то это будет. Будет печально. Да, я сейчас против двоих буду на миду стоять. Кунка стоит на подсосе. Ну, такое себе. Все, на этом мой мид закончен. Буду против двоих стоять и стоять сосать. Сларк немного апнет левел, он меня соло будет убивать. Вообще не в куре вот этого свапа. Да уж. Но это сработает, чё нет? Это сработает. Стандартная игра будет, в принципе. Против профессионалов. Ну ты посмотри. Какой хитрый бобер. Так, ну хотя бы сапог у меня есть. А, нет, нет спага. Сапога нету. Сапога нету. Сапога нету. Ну тут я так чувствую, мне только придется пулить, потому что со Сларком стоять мне вообще никакого-то кайфа не представляет. Тем более, когда он сейчас на левеле, я уже тут вряд ли что сделаю. Вряд ли тут что сделаю. Так что немножко будет тяжеловато. Сапожок на базе. Хорошо. Этот руну подконтрил. Там тоже с руны кто-то прошелся. На шестом левеле бычиться будет. Там ловили. Так, обходит. Но постоянно на регенах это Сларк. Меня обходят. Сейчас торрент метка. Мне никто, в принципе, не поможет здесь. 6-й левел загул под тэшку.
Конка выше, хорошо. Конка вышел. Какой первый артефакт, спросите, будем здесь собирать? Если честно, по поводу какого артефакта, тут я даже не знаю, что первым слотом пытаться делать. Первым слотом что-то пытаться делать. Стаки я себе не успеваю делать. Да попади. Господи, он просто не попадает. Давай под тэшку, дядь. Да не надо, мы его убиваем, дядь. Зачем? Да боже, у меня какие-то проклятские промахи, просто жесть. Просто проклятие. Да уж. Так, пассивку. Сколько там? 30 скрипочков есть, ребятки. Самое такое, что с Ларка особо-то и не гангануть в миду, потому что он же просто упрыгает. Такой геройчик. В принципе, фарм есть. Мангус, ТП-шку бы еще. Ларк ушел, да? Можно спокойно пофармить. Но некри немножко повеселее должно быть по фарму, чем на Сларке. Аккуратненько кнопочки берем. Правда, команда, как обычно, расфидит. Более чем уверен. Сейчас вот это быстренько отколотим. Хорошо. Пассивки работают. Пойдет. Могло быть и хуже. Мог бы вообще уйти. Ларк, да что ж такое, что за парады в миду, ё-моё. Дядьки, что это такое? Все, я на базу пошел, короче. Понял я. Надо стаки выфармить. Желательно на 9-м левеле, чтобы можно было без потери золота. Вот я как посмотрю в этих ТБшках, типа, все лайны фармятся. Кроме, короче... Причем все лайны наши фармят, то есть Z там спокойно фармит, другие герои там просто фармят, а мы потеем. Жесть, что за какой-то дисбаланс тотальный. Вообще ужастик. Чисто ужастик какой-то. Вот этого надо было. Стану ему, дядь. И камон, давай попадай, да. Хорош. Попадай, дядь. Опять пошел фит. С
Все, пойдем ковырять. Our allies' town needs help. My fate is sealed. Да, динамика фида, конечно, у моей команды высокая. Я не успеваю выфармливать даже. Ребят. Ай, бро, вот это фид, конечно. Это, конечно, фид. Жестко. Вот это, конечно, жесткий фит. Ну, даггер я первым слотом сделаю. Даггер первым слотом. А гоним по-любому. Сделаю. Найс, Сларк мне тут запулил мид. Хорошо. Топ сломал у нас Z. У нас Z full free просто стоит. Хорошо, у нас хотя бы кто-то так киллин сприт сделал. С появлением даггера немножко поактивничаю. Немножко. Немножко. Копеечка остается. Но нас вынесут тут до того, как мы вообще что-либо соберем. Жесть. Корабль туда еще. Хорошо, умер. Отлично. Помогай давай. Ну чё вы? Господи. Да уж. Ну, я не заберу из-за этой паузы. Он сейчас кликает на иксе, я кликаю. Но я дэшкой не достану здесь уже. Да. Такая игра, конечно. Очень быстрый тролль. Но команда очень такая. Нигде надо, они... Где не надо, они фидят. А где надо, они не играют. Это просто жесть какая-то. Это просто жесть какая-то. Это просто жестко. А, ну он убежит 100%. Это жестко. Warriors have engaged the
gladly obey. Yes, master. Then where shall my blood be spilled? Our allies' town needs help. I gladly obey. Yes, master. I bow to your will. I bid it, master. My fate is sealed. Эх, половину дэмэджа не будет чувствовать. Да блин, где? Хорошо. Да что ж такие торренты-то, дядька? Это законно вообще такие торренты раскидывать? Но стоп падает просто нереально. Он будет заводить в темпесты. Нету кнопок. Не в темпесты, в спарке будет заводить. Там, скорее всего, в лесочке спарки стоят. Не получится ничего. Так, ну с Ларка на Рипера отправляем, по чуть подфармливаем. Очень такая фид динамичная команда, 0.5-0.3. Пацаны фидят очень много. Очень много фида. Там много пишет, чел. Да рано еще для гема, чувак. Не кажется? Рановато для гема. Гем хочет мне впулить. Я тут не знаю, честно, БМ делать или нет, потому что БМ тут... Ну, типа, если вместо ТПшки. БМ тут я хз. Там корабль! Тут фастовый урон бы какой-то. Четыре героя. Если бы чуть-чуть дагер был бы. А дочь крест, кстати, может сбить. Ой, как хорошо. Сларк сейчас фулово будет уже. Хорош этот туда. На регенах быть. Пойдет. Не крачи там уже. Я бы такой вообще аганим бы тут зарашил. Сходу аганим зарашил бы. Было бы пушечно. Прям по кайфу так. Аганим зарашить. На, бай... на безбайбечные отправлять. Или догончик какой-то. Чтобы фастовый урон был. Кто там с этим? Со стриком? Кунка? Варден сюда идет. Там не крача третий уже. Не крачи третий, это, конечно. Так, мне хилиться нельзя. Хорошо, отходим. Да, не кра третий, это уже действительно большая проблема. Я могу тут попытаться выйти в радик. Типа с Раденсом я буду очень опасным. 19 минута, в принципе. Раденс нормально такой минут будет. Тут просто не успеваешь за тем, что у тебя команда просто нереально оверфидит.
Просто идет оверфит в этой игре, и типа, очень тяжело поймать динамику игры. Хорошо, в радик выходим. В радик выйдем лучше. Слардар молодец, прыгнул. Опа, застрявший. Пойдет. Хорошо. Нормально так. Распинали пацанов. Там Зет ошибся, тут Слардар подцепил. Там Сларк подбежал. Нормально. Сейчас Тэшку вторую сломаем, это будет Радиенс. Дальше я, возможно, даже в БКБ вышел бы. Даже в БКБ вышел бы. Можно было бы тушить. Ради хорошо тут чем зайдет. Во-первых, это тычки. Рука. Рука очень крепенькая будет. Пойдет. Есть радик. Можно сейчас аккуратно с активным. С активным радиенсом побегать. Я возьму, наверное, ДДшку. Найк все равно за это вы. Собьет себе. Очень быстро, очень рано Слардар начинает. Возможно, Слардар сейчас отъедет, понимая, что делает какую-то фигню. Хорошо. Отлично. Купим ТП. А сейчас с командой очень прям вот это нужно держать сейчас просто до середины игры. Вот такой вот геймплей. И будет офигенно. Тут какой-то юлечек можно было бы даже сделать, я так думаю. БКБ. Можно сейчас БКБ, либо ю доп актив сделать. Хорошо. Наверное, в Т2 пойдем. Вообще лучше сделать, я думаю, аганим. Это дополнительный хп. У меня примерно сейчас 1500, если магическим пробивать. 1500 идет примерно. Хорошо. Аега. Ну, кстати, я тупанул. Можно было на низ фришкой пыхнуться и все. Я беру соло куру для того, чтобы мне было, когда надо, курьер раз и побежал. А так, когда мне не надо, зачем мне курьер? Когда он там где-то летает, вообще не кайф. Я с аганим сделаем. Можно будет Сларка на безбайбечную садить и все. Игра будет заканчиваться. Там кунка, не проблема. Кунка, не проблема. Хорошо, что там у меня... В Рейс, не знаю, там Аега. Пока они дойдут, да, мы спокойно сломаем Т2. Форстав, кунка в саппорта ушла. Ушла. Ай-яй-яй. Мне кажется, тут... крипуля. Печально, упрыгал. Надо уходить. Уходить. Зет на топе, да. Я лучше вот так сделаю.
Уйдем на топ, дефним топ. Нужно купить. Безбайбэчно. Если бы сейчас тайминг подловил парнишка на Каолине, мы бы, скорее всего, сейчас задушили. Сейчас бы было бы жестко. Хорошо, но это почти агоним. Как там пацан написал? Это 85-я, зачем тут фармить? Тут за фраги много дают, чувак. Это база. Арты сделал, побежал. Артов нет, сосешь. Просто сделай себе арты. Сделай арты себе. Ладно, пойдем пешком. Пойдем пешочком. Это база. Эх. Мид побьем чуть-чуть, я так думаю. Ой, а чё, где кнопки на Сларке, я не пойму. Чё так легко? Чё так легко? Почему он вообще ничего не нажал на Сларке, я не понимаю. Почему на Сларке не было кнопок вообще? Хорошо. Хорошо. Я пошел. У нас есть? Хорошо, у нас глиф есть. Гем скину. Гем скину. ТП дам. Без ББ 90 секунд, чел. Пойду тревел куплю себе. Хотя я себе их принесу, пойду по низу просто. Очень легкая получается катка. Я не знаю, на некре тут. Жестко. Что-то Сларк там подустал, кнопки не нажимает, и вообще жесть. Ну, в целом, ребятки, получается, все-таки... ТБшка 17к не такая, в принципе, и жесткая, если я тут доминирую. Если доминирую, то значит не такая и жесткая получается. То есть в прошлой катке, если меня просто распинали, да, раскайтили, не дали фарма, то в этой катке получается немного проще в геймплее. Реально немного проще тем, что все-таки дают что-то делать в этой игре в целом. Дают делать. И все-таки получается выигрывать. Весьма, на самом деле, странно, но динамики... Некоторые ребята просто... Я вот смотрю, да? Ребята некоторые не выкупают динамику этой карты. То есть они не понимают, где нужно немножко софака, что они просто привыкли долбиться. Вот просто все, долбежка. Вот мы играем, мы душимся, все. Все, вот only fight'ы. То есть, ну, по-другому здесь не играют, типа. Типа, по-другому здесь не поиграть. Но это немножко неправильно, на самом-то деле, я считаю. Немножко неправильно. До свидания, дорогой. Так, ну я буду регениться, но у меня проблемы тут серьезные. Вот этого хочу. Пацаны, дайте жить. Спасибо. Хелпа. Радик выключить. Хорошо. Пойдет. Отлично.
Вот этого, если дадут мне подрегениться чисто на реген, пацаненка. Хорошо. И да, реген. Хорошо. Ну, бодренько, бодренько. Хорошо, отходить, торренты. Все, уходим просто. Отлично, ну и на топе сейчас все это зафармливаем. Да уж, ну, в принципе, не знаю. Геймплей здесь своеобразный, честно скажу, потому что... Вот в прошлой катке у нас был парнишка на первом слоте на Тускаре, он был очень токсичный. Был очень токсичный. В этой катке токсиков нету. Реально, когда токсиков нету, офигенно. Так, я предлагаю сделать БКБшку. Гем, заберите. Пожалуйста. Парни. Я отойду. Калина похороним. Пусть-пусть-пусть, у него все кнопки нажали, надо выйти здесь. БХ. БХ, гем, возьми. Тут можно сейчас покуролесить немножко. Бикиби развел, окей. Куру подведем. Ну, пойдет, покошмарили, у них мид падает. БКБшка вовремя. БКБшка вовремя. Да не, надо отойти. Надо вместе идти душить. О, есть радик, хорошо. Что там на Нексе делает, чувак? Там на Нексе чувак делает. А на Эксе чувак там походу на рофли побежал. Тревел 2 возьмем, очень нужно. И у них просто трон падает. А, весть. Очень жестко, конечно. Вот так сделаем по-грамотному. И вот тут вот так вот. Хорошо. Рипер на Сларка накинем. Что там у Сларка надо посмотреть, я так и не посмотрел. Ага, Арк Варден там подошел. Так, сделаем опять. Не спушить. Он постоянно будет пушить его, поэтому надо заходить смело. Мне кажется, надо просто зайти. Плюнуть и зайти, и все. Делать мозги. Пойдет. Хорош.
Вообще легко. В команде дерешься, одну кнопку спамишь и все. 17 хтбшка. Окей. ГГ. Ну, ребят, честно, не знаю. Прошлая катка была слита вот здесь, в этом моменте. Когда у нас как-то не получалось эту игру играть. И, ну, было немножко, сказать, тяжеловато. Соглашусь. Прошлая катка была тяжелая. С говна мы попытались достать. С говна, в принципе, почти достали. Но все-таки немножко не удалось. Ну и на этом как бы все. Похождение в эти ТБшки у нас, ребятки, окончено. Первая игра была максимально тяжелая. Вторая игра, в принципе, более-менее легкая. И единственное, что меня смущает в этих играх, это то, что ребята здесь играют чересчур активно. И они пытаются прям, ну я не знаю, тут оверактивничать прям, где... Ну, нужно чуть-чуть сыграть сейвове, реально чуть-чуть. Если ребята будут немного играть в некоторых моментах сейвове, то будет получаться очень хороший даже геймплей. Ну, а на этом все, друзья. С вами был Ксеназ. Обязательно поставьте лайк за первую, за вторую игру. В первой игре не дотянул, ошибся. Вот здесь моя макроошибка была, которая, в принципе, и привела к лузу, я так думаю. Но и ребятам можно было в первой катке играть немного сейвове. Ну, и, соответственно, это бы привело к победе. На этом все, ребятки. С вами был Ксеназ, и до скорого.